Ну как после этого про нано не спеть? Ну, давайте представим себе эту ситуацию. Владимир Владимирович приходит в Роснано. Здрасте, товарищи. Как работается? Отлично. Молодцы. Ну-ка, что тут посмотреть на нанотехнологии наши? А ну-ка покажите эту самую нану, которой вы 3 года развлекаете страну. Вам денежки уплочены, почти бюджета 1/3. Охота очень-очень нам на нано посмотреть. Простите уж за хлопоты, но не могу понять, где ваши нанороботы, с чего их не видать. Все ваши обещания исполнить вы должны на нашем совещании по поводу наны. Господин премьер-министр, извините за конфуз. У Чубайса щечки стали аленькие. Можем нано рассказать, но не можем показать, потому что нано очень маленькая. Ну что за профанация, ступайте прочь с очей. А как же инновации, тудыть его в качель, а? Вы так с постов следите, все серьезно, пацаны. А ну-ка покажите мне хоть капельку наны. А если не покажете, то я вам покажу и все про вас Медведеву подробно расскажу. И вы, ребята, снимете последние штаны, так, может быть, покажете чего-то из наны. Господин премьер-министр, извините за конфуз. У Чубайса щечки стали аленькие. Можем нано рассказать, но не можем показать, потому что нано очень маленькая. Господин премьер-министр, извините за конфуз. У Чубайса щечки стали аленькие. Можем нано рассказать, но не можем показать, потому что нано очень маленькая.